Заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников прибыл сегодня в один из центров развития Дальнего Востока, город Комсомольск-на-Амуре. После приземления на аэродроме Дзёмги замминистра провели по цехам авиастроительного завода. Дмитрий Овсянников осмотрел производственные площади, на которых собирают военные самолеты конструкторского бюро «Сухой», а также гражданские «Суперджет-100». Напомним, КНААС – это своего рода материнское предприятие для одного из первых резидентов ТАССР группы компании «Энергия», которая намерена создать здесь производство высокоточной детали механообработки для самолетостроения. Также в течение дня делегация побывала и на Амурском судостроительном заводе, и в технопарке Комсомольского на Амуре технического университета. А на завтра запланирована поездка в Амурск, где также создана площадка ТАССР.